Привет, дорогие друзья! Вы на канале Славка Дети. Поехали. Сходили в амбулаторию, получили справку в понедельник, в садик. Минут 15 на все ушло. Сегодня быстро. Ну что ты, Кирюха? Спортсмен. Давай. Вот такие мы спортсмены. Аккуратно. Молодец. Поехали, Кирюша. Так, приготовление. Короче, это будет все у меня в духовке. Значит, что, курица. Здесь он майонез добавлять не будем. Добавим майонеза мы картошку. Добавляем вообще на 2 столовые ложки. Но этого нам хватит. Мясо заправлять буду приправы для шашлыка. Других приправ нету. Это все и перемешаем. Так, теперь берем чеснок. Далее. Это у меня бальзам, в общем, крем какой-то бальзамический. Курицу. Помидорчики. Ну, помидорчики вот в самый раз. Разогреваем духовку до 200 градусов, 190-200 градусов. И все это ложим на 50 минут. Между делом дети попросили чупа-чупса. Я им покупаю чупа-чупс, стоит в магазине.
вот получилась вот такая вот будет картошка. Ну, с детьми. Кинотеатр. Пошли. Я маски. Все, подожди, Кирилл, распечатай билет. Так. Где наш? Распечатать. А подожди, я уже нажал. Распечатать. Давайте вот это. Подожди, вот он. Нам распечатать его надо. То есть здесь ты покупаешь, а нам распечатать его надо. Ну, код какой-то. Вводи. Да. Ну, пускай он возьмет. Это чего-то. Деньги дали. Пускай Кирилл возьмет. Даша. Подожди. Ну, ты не драться будешь, что ли? Нет, бери. Все. Нет, там три. Ну, вот они три сразу. Ты слышишь? А, три билета, да. Это уже папе. Ну, это на тебе. Да, это папе. За кофе. Кофе хочу взять. А я кофе не взял. Детям колы взял, чипсы. Ой, чипсы. Попкорна. А я без кофе. Иду за кофе. Помаши ручкой. Маме. Чего? Маме ручкой помаши. О. Пока дети смотрят мультик, думаю зайти в Леруа Мерлен, посмотреть цемент. У нас с цементом проблема, с поставками. В городе цемента нету. Алиханов говорит, что якобы какая-то авария случилась в Литве. Они эту проблему решают. Так, с поставками не только с цементом, там еще какие-то стройматериалы, тоже проблема. Поэтому идем пока в Леруа, посмотрим, что. Кстати, Леруа совсем рядом. Вот он, Балтия Мол. И тут же вот Леруа Мерлен. 300 цемент стоит 330 рублей. Вообще жесть. У меня соседка разговаривала, она говорит, 500 и стоит 500, ой, 450 рублей. Хотя он стоил цемент 170, по-моему, 500. Тут цена так, ну так подскочила. Вообще. Ну, почтовые ящики ни о чем. И ценники. Вот самый дешевый. 378 рублей. Такое. Металла вообще нету. Вот еще раз. Ну еще раз. По поводу почтовых ящиков. У нас наконец-то все-таки все равно сделали ремонт в подъезде. Ящики сняли старые. Новые вешать, по-моему, не собираются. Вот, самый дешевый, сами видели, 315, да, 300, сколько? Я хочу сказать, что там бумага. У меня мысль такая, либо, может быть, старый ящик сделать, ну, обновить его, либо, может быть, новый сделать ящик, что-нибудь придумать, такой необычный, подумать надо. Но еще есть вариант, еще в один строительный магазин заехать, посмотреть там, почем ящики. Ну, вы сами видели, ящики вроде ни о чем, а ценники 2400, там, 1800, обычный почтовый ящик. Что-то как-то это вообще. Сейчас иду к детям. Пойду смотреть мультик. Не зря же я билет за себя платил. Что, вам понравилось? Фильм понравился. Что, пойдем? Да. А куда? Еще в один магазин заехал, строительный. Ищем ящики. Здесь нет. Вот ящики. Да блин, а что за цены такие? 1600, 635, 690.
трындец, а? Да. Либо вот можно вот такой вот ящик взять. Сколько там? 4 квартиры, да? 500 рублей. В общем, цемента нету здесь вообще никакого. Леруа получает 300, здесь вообще нет. Мы там обошли ту сторону, нету. Супруга сказала, проходите. Сказала, езжай за картошкой, дома картошки нет. Поеду туда, куда мы ездили, покажу. Там взять там 3 мешка, ему хватит. Разложу ее в теплице, пускай сохнет. Все, пока. Все, картошку купил. Дашка звонила, говорит, она отгитарила. Говорит, папа, ты где? Я говорю, жди. Ну, через 20 буду. Пока гуляет по парку. А собака со мной. Видели? Взяла собаку, я не знаю зачем. Вот. Да, ведь. Она сидит такая забитая вся. Ладно, едем. Едем. Где Даша-то, а? Давай, школьница. Собаку эти целую отдал, ноги на месте. Сейчас в эту школу на работу заеду, справку хочу распечатать с НДФЛ, через госуслуги там зашел, заказал, как бы готово, хочу распечатать бланки, мне надо 2 НДФЛ, сделал выписку налоговую, ну, в общем, 13% с ипотеки хочу сдернуть, и опять ипотеку погасить. Вот, приехал к маме. Помните, в одном из видео я вам показывал, вешал роллы на двухсторонний скотч, вот. И вот, шляпа полная. Здесь. Ну и здесь. В общем, будем отверстия пилить, сверлить. Будем сажать на болты. Вот на такие. Я покажу. Но я шучу, вот такие вот маленькие. Такие. Вот. Ну а если там, ну, куплю роллы другие, если там даже не будут совпадать эти отверстия, я тогда заглушки куплю мебельные, поставлю белые, и вообще не видно будет. Потом покажу. А, кстати, вот они. Вот они заглушки. Так, ну косяк, короче, вот. Докосячил. Блин, как так? Это материал плохой, наверное. Или плохому танцору что-то там мешает, да? Да, я думаю, никуда не денется. Ну, еще я поменяю, у меня, по-моему, есть такие. Да не, отдельно продаются. Не, у меня есть там, у меня жалюзи было сужить там. А эти я оставил, у меня где-то есть в комплекте. Поискать только осталось. Так, сейчас вторую повешу. Ну все, готово. Так что, пускай пользуется. Так, ну все. Вот так вот мамину кошку постригли. Тигр. Ищи. Он на ощупь такой прям. Да тихо ты. И пузо здесь. Ой. И пузо здесь торчит. Не знаю, вроде не рожала. Кс-кс-кс. Иди сюда. Иди пузо покажи, да? Не хочет. Ой, иди, вот иди. Во, фигня какая болтается. Что это за шишка? А что это такое у тебя? Фу. Может, сиськи?
Ну все, Даш, я поехал. Угу. Все, давай. Ты в школу смотри, тебе в школу. Ага. Через 20 минут. Давай. Доеду сейчас до Сашки. Расскажу вам причину. В общем, рассказываю, как есть. Я на своем предприятии работаю уже 7,5 лет. Сашка пошел за начальником. Надо будет либо мне туда подойти, либо он сюда подойдет. Будем общаться. А вот так вот выглядит завод, сейчас покажу. Машина тут, конечно. Ну что, в общем, завтра 9-10 утра сюда. Он сейчас занят, не может. Че, курим? Курим, да. Это насос. Давно это запчасть от насоса топливного от этой машины. Я насос разбирал, причину искал, думал, что там. Ну, принцип работы насоса, там ничего такого. Все. Там стоит такая пластмасса типа в виде турбинки такая, она закачивает, подает топливо вот на эти шестерни, и эти шестерни кидают, создают давление. В системе. Ну да, по-моему, так. В общем, за счет этих шестеренок качается топливо. А сам насос, там якорь, он сточился. Я купил китайский за 1000 рублей, по-моему, не помню, или за 2. На год хватило, новый. Поехал на разборку, купил бушный насос, бошевский, поставил. 3 года езжу. Проблем вообще никаких. Ладно, завтра так завтра. А мне еще картошку разгружать надо будет в теплице. Все увидите. Так, ну сейчас хочу мешки в теплицу с картошкой разложить. Пускай там сохнет. Я думаю, ночью она не замерзнет. Морозов нет. Таскать надо. Потащили. Ну, получается, вот с мешка пока вот 3 картошины. Гнилые. Посмотрим. Все. На этом видео я заканчиваю. Всем до новых встреч. Ребят, подписывайтесь, а? И ставьте лайки. Реально надо, чтобы продвинуть вот это видео. Давайте. Хайпанем немножечко. Остановился на краю земли. Тебя я в этот вечер не замечу. И лживые не нужно слезы лить. Достаточно терпеть твои обманы и слушать ночью сказки
И можешь верить мне, больше я не стану заглядывать в окно. Как хочешь, так живи.